Вот, ребята, с ломиками, видите, железными. Так говорят на лютеранской беркуте тетушки. Колонна по двое! Так, идем за ними. Так, девушка будет молиться за нас. Надеюсь, эта молитва нам поможет. Так, где наш главный журналист сегодняшний? Куда она делась? Где? Ага, сейчас мы к ней подойдем. Ну что, мы идем на лютеранскую? А, да, пошли, я вас потеряла. Мы здесь. Да, мы идем за колонной. Итак, вот видите, ребята, колонн, вооруженные всякими брусками и ломиками, они кричат «Слава Украине!», они решительно, смотрите, бегут, прям очень решительно так настроены на лютеранскую идти. Говорят просто посмотреть, что там да как там, но, наверное, там не все просто так. Слушайте, очень не нравится происходящее, потому что явно как бы накрученные мальчишки, пацанва в чистом виде, радости жизни это не добавляет. Надеюсь, они решительно настроены оборонять людей и помогать им, а не вступать в какие-то просто бойню месиво. Это никому на самом деле не нужно, и никакие провокации тоже не нужны. Потому что, ну, то есть, неприятная, да, ситуация, когда тех студентов, которые пострадали 30-го числа, обвинили в провокациях и прочей чепухе.
зданием работают глушилки, звук уходит. Мы будем работать через чат, то есть картинка будет, и в чате будут ребята добивать какие-то вводные. Ну, попробуем в таком режиме. Ну, мы будем говорить, информировать, но не знаю, будете ли вы нас слышать, нам будут передавать. Зараз почалась якась типу війна інформаційна. Да, це відкрита війна, не дають журналістам нормально працювати, але, блін, нас не остановить, чорт возьми. Куча преси йде. А все було так спокійно, як ми починали. Да, на самом деле, когда я шел на Майдан, я как бы понимал, что такое революция, ну, то есть тогда еще не было революции такой вот, по сути как. Не был Майдан. Да. Была просто мирная акция протеста. Никто не ожидал, что что-то будет подобное. Вот я, если честно, не ожидал, что будут такие разгоны. Вот сейчас люди бегут, и давайте мы немного ускоримся, и свет выключается. Так, что-то стучит, что-то бьется. Задача просто, чтобы они не вышли наружу. И все, и не зажали в тисни, пусть стоят. Давайте, одну станьте. Чому ви підняли щити, скажіть? Вони хочуть щити. А ми собиралися, вони нікуди. Ні, куди, вони хочуть. Вони шукали причину, вони почули крики, шукали причину. Ще-то тітушки з тої сторони були, а не тут.
там, якщо б потім. Дістаньте балони. Хто має балони? Балони дивіться. Хто має балони? Хлопці, балони. Зараз тут почнеться. Хто має балони? Хлопці, хлопці, слухайте мене. Забери, забери. Итак, ребята собрались сейчас идти, как они сказали, на тетушек, которые стоят вверх по улице. Мы сейчас пройдем с ними, глянем, что там. Потому что вроде бы с Беркутом все спокойно было. Давай, держи. Что, одеть на ручку сейчас? Да. На ручку сейчас? Да. Сейчас, секунду. Сейчас. Так, вот эта колонна, они сейчас стоят в этом углу. Сейчас мы пройдем к ним. Вот люди стали на баррикады. Наблюдают за ситуацией. Звук у нас занимает, да? Что? Нет, звуку частично, то есть, то нет. Сейчас ты не звонит, это самое сильное. Надо туда идти. Сейчас пойдем туда, сейчас пойдем. Куда делся телефон? Какой? Мой. Вы его только что в карман положили. Он? Да, мой. У тебя? Замечательно, хорошо. Пошли. Держись. Ну я тут на посту, а мы тут на посту делаем. Так, идет отход сейчас, смотрите. Саша, не иди туда. Иди сюда. Ехали сюда, на машину, вот я свернула. Так, ребята отступают пока обратно. Я бачу ще декілька народних депутатів, як в жилетках. А ну, Руслан, постав руку сюди. Що? Я ще дай мені на хвилину цю камеру. Подожди, дай сюди. Дай камеру. Просто мені звести видно краще, як би. Ні, ну держи зв'язку. Да, давайте, потому, давайте йому камеру буде держати. Держи. О. Смотрите, ребята, там подъезжают сейчас бусики армейские. Ребята, поверни сюда камеру. Ребята становятся в цепь. Thank you.
Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Ця людина, що кричить, він який страх, оце і дівчина, що кричить. У нього вже запал йде через век, видно. Ну не саме дружелюбно настроєна цепочка, в общем. Да, говорите, оця банда, дійсно. Гей, тушка, банда, говоріть. Кто там зверху? Там якась бабця вийшла з балкону. Не закидайте на тушку. Гасло Майдану. Банду геть! Банду геть! Банду геть! Банду геть! Банду геть! Прапори свободи. Банду геть! Банду геть! Банду геть! Банду геть! Пускай мене, я злізу. Куди ми йдемо? Снімай, 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 снімай. А ти, давай цілкайте. Я в колону. Це не бек. Так, что это они делают? Они сейчас выставляют цепочки и идут по такому принципу, как были. Они сейчас будут идти со спицей. Иди сюда, я включив. А звук я вже? Зараз Беркут, зараз трається блокади, як вийдуть. Народ, якби активісти, настроєний дуже рішуче. Співають гімн. Поки що, якби,
зараз нічого не відбувається, але блокади з боку міліції та Беркуту, зараз Беркуту якби я не бачу, лише міліція стоїть з щитами. Ну, народ дуже настроєний рішуче, агресивно і зараз якби якогось провокатора і все. Це би був капець. Наскільки я знаю, тут десь неподалік бродять тітушки і провокація якби може відбутися вже і зараз. То просто якби все тримається на одній ниточці зараз. Просто ну реально зараз я тримаю кулаки, щоб ніхто з натовпу якби не вибіг і не зробив провокацію. Так, щити підняті. Бачу, тут один із активістів підходить до міліції, каже, хлопці, не треба битися. Просто зараз спокійно говорить з ними. Підвинься, потім вернешся на місце. Підвинься, я тебе говорю, мені говорить. Видно на задньому плані, я не знаю, видно ли вам, но как бы отсюда видно очень хорошо. На углу так, линии обороны, и, которые шелковичные, как они со щитами, две основные линии по два человека. Повторяться такой же, как и на промежутке между они стоят благородные щитами, как бы с дубинками, группа людей снили. Потом мы будем наблюдать за развитием. Планируем руки, себе ходы, как два ряда. Уже, извините, дальше ребята, идет баррикада сама, на которой ударовцы сломаются. За ними палатки, в лагере живыми практически никого не остались. А, вот, все вышли на передний план. Очень много пристрелян, деревянные, которые у боевых крыльев. Сзади надеюсь, там нет слов. Совершенно очевидно, на заднем плане, я не знаю, видно ли вам. Но как бы отсюда видно очень хорошо на углу Лютеранской и Шелковичной группируются тетушки. Как они когда запустят, непонятно. А принцип действия будет, видимо, повторяться такой же, как и на Грушевского. Они будут пытаться продавливать щитами, как бы с дубинками, и идти количеством, не разжимая щитов. Но будем наблюдать за развитием. Планируем себе ходы к отступлению. Уже, извините, ребята, у меня задача сохранить пацанов живыми. Вот. Смотрите, ребята, они сейчас как бы зажали в основном деревянные, которые у боевых крыльев. Надеюсь, что там нет помника, выход с Лютеранска. То есть они лагерь окружили. Ну, в общем, пока стоят друг на другом, приказа пока не поступало. То есть перекрыты со всех сторон этот блок, который стоял лагерей, который стоял под администрацией президента. А головастиков немерено. То есть действительно очень большое количество. Ще ти відкрити носить такий, поток він був відкритий чуть. А? Тут двері чуть так. Так, ребята, не закривайте двері там. Там немає. Була можливість мальчишкам увезти. Ну.
Так, 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 я біля неї. Зараз даю їй трубочку, зараз хвилинку. Ні, зв'язок іде якби. Алло. Алло. Я не знаю, просто ще сигнал блокований, що ну. Вони тільки. Ти чуєш? Я добре стою, мені
Просто я зараз мені не добре. Тепер вроді би беркути, да. Зараз я просто чуть думаю, як вони добігають. Давайте. Значит, ребята, смотрите, там подбегают, там подбегают еще беркутовцы с обратной стороны и занимают внутреннее пространство между двумя цепочками спецназа. Со вторыми щитами. Видимо, сейчас будут перегруппировываться и идти такой же принцип, как и на Грушевском. Они будут продавливать и лупить дубинками. Огромное количество, мне сложно посчитать количественно, но я думаю, что... Ну, сколько здесь народу? Человек 400 здесь точно яйцеголовок, может даже больше, это только с одной стороны. Таким же макаром перекрыты и остальные. А что это за группа людей? Это что, тетушки вот там? Это тетушки, да. Да, вот там тетушки. Вот там на углу тетушки. Для чого там цей КАМАЗ став приїхав, от, напроти барку, то там сюди. Там ще КАМАЗ? Він тільки що під'їхав. КАМАЗ буде їхати, правда? Ні, це те, що якби... Майдан піднімається, вони зажаті там, нормально. Київради, Київради. Thank you.
дивлюся, я бачу. Там черной массой такой. Ребята, смотрите, там темной массой группируются тетушки в левой стороне. Я не знаю, видно ли вам, они сразу с левой стороны за бойцами, как бы за щитами. Их немного, человек 50. Головастиков в районе 400 человек. Давай. Что дивитесь в промежуток між будинком і автобусом, там чорна маса. Саме там, якби зібрались тітушки. Тітушки йдуть. Блін, пушечне м'ясо, я в шокі. Дивись, зайшли! Дивись, на мене! Thank you.
Украина! Украина! Украина!
Це я перезавантажився. Алло. Так. Я. Героям слава! Уже є. Я якраз перегрузився. А, скажи мені, як там видно? Підходить ще 200, 150, 200, 150, так, зараз щось буде таке, будуть витісняти. Їм треба очистити територію перед приїздом іноземних гостей. Дуже не подобаються їм ці картинки. Це ж прийдеться проводити повз ці некрасиві барикади, показувати палатки. А головне – чути усі наші лозунги, яких і не треба перекладати, мабуть. Підійдіть, скажіть їм, що там 150 підійшло ще космонавтів і Татра 12 тонн з піском сюди їде. Депутату якомусь скажіть. Петрушки. А, о, ще їх сука приперла. Героям слава! Смерть ворогам! Міліція з народом! Міліція з народом! Міліція з народом! Міліція з народом! Це там вдалині ви бачите вогники, це Татра з дуже високими бортами. Міліція з народом! Міліція з народом! Міліція! З піском. Героям слава! В чому ідея? Героям слава! Перегородити. Понад усе! Понад усе! Гей! Татру фотографую з піском. Так, пішли. Пішли.
пішли витісняти.
Есть руки? Все. Юра, ты где? Юра! Тетушки растаскивают. Баррикады. Этот мусор этот. Усад. Майкл отпустили.
Юра вылез в самую гущу событий с фотоаппарата. Подошли пожарные, заливают костер. Снимай, снимай. Снимай. Все, ряды сомкнулись, внутри остались только журналисты. И агитмашина «Батьковщина». Казалось, такие баррикады, да? А где там? Да-да. Окей, по 200, наверное, блин, заплатили. Да, может, ничего не заплатили, просто переодели их. Да, кого переодели? Да, это не это обычные, блин, пацаны. Может, ему все надо. Курсант? Может, и так. Может, и курсант. Да, да, так курсанты, скорее всего. Газ пошел, блядь. Я практически не вижу пострадавших. Пойдем куда? Я не вижу, чтобы кому-то оказывали медицинскую помощь. Вроде все целы. Алло! Ну пойдем, может, еще что-то. Да ты что? Да все уже, блин. Все да. Даже если сейчас несут несколько баррикад, это
систему не спасет. В результате последних событий система дала такие серьезные трещины, что даже напряжение всех сил МВД уже вряд ли что-то изменит в этой ситуации. Партийная гидка спокойно уезжает. Да, я стою, стою. Ну, буде можливо, здесь порядка 500-600 бойцов Беркута и внутренних войск. Подошел второй самосвал, бульдозер. Пострадал один милиционер, ему оказывают медицинскую помощь. Вот здесь. В общем-то, пострадал не за хрен собачий, как на мой взгляд. Кажется, серьезно пострадал. Сейчас будут подгонять сюда скорую помощь. Эвакуировать этого бойца. Журналистам милиция относится спокойно, никого вроде не трогают.
так вже. Ну так, забої отримали, був застосований газ, сльозогінний. Та деяких людей ми винесли просто звітом. Завдяки тому, що було тут достатньо кількість народних депутатів, нам вдалося забрати людей, які тісняві, яку створили працівники спецпідрозділів, нам вдавалося виносити, забирати і вдавалося забирати людей, яких хотіли арештовувати. Тобто так виглядає, що ми не дали жодної людини заарештувати, не було жодної такої людини, яка б могла постраждати фізично сильно. А забої синці, ну, є. Є переломи. Ну, можливо, виносили. Ми виносили людей, ми ще не бачимо, наскільки це серйозні травми. Наскільки травми є серйозні. Зараз будемо дивитися, яка ситуація. Дякую. Дякую. Це був Руслан Кошелинський, заступник голови Верховної Ради України. Руслан.